И всем привет, с вами я, Майнгеймер, и сегодня я продолжу проходить игру Five Nights at Freddy's 3. Итак, FNAF 3. Третья ночь. Погнали! В общем, иди в задницу. Иди в задницу, я тебе говорю. Короче говоря, из всех комментариев, которые вы мне... писали. Я понял, что, короче говоря, что надо делать, чтобы обороняться от этого аниматроника. Вот ты, вот он. Короче, он ходит на эти звуки, вон он. То есть, где я звук воспроизвожу, туда он и идет. Иди сюда. Опа, он здесь. Но да, у нас беда печаль, если ломается аудиодевайсы. Поэтому за ними надо следить. И вот видите, как бы помехи, он сюда приходит. В общем, теперь наша, в принципе, задача гонять его. И самое главное, не ловить скримеры. Потому что скримеры, они как бы выводят нас из колеи, так скажем, вот. Давай чинюкай быстрей. А скримеров, в принципе, сейчас вернись. О, вот он. Ну, ё-моё, уже видео эрор. Шикарно вообще. Все мне еще поломайте вообще. К хренам, а. Вот честно. Я это просто вот ненавижу. Ты сюда вернешься? Да, вернулся. Что-то с вентиляцией у нас. Надо вентиляцию ребутнуть. Давай. Блин. Мне страшно. Ну, чё там, бип-бип-бип. Лё. Возвращайся. Вот он, красавчик. Ну, в общем, наша задача держать его сейчас с помощью вот этих всех звуков. А вот и он. Иди-ка сюда. Это же аудио-эрор. Чёрт. Ну, в общем, самое вообще... Я вообще думал, что самое опасное для нас ошибка — это ошибка вентиляции. Но, как выясняется, самое опасное для нас — это ошибка аудиосистем. Да. Вот так вот. Так может повернуться все. Фигово. Да. Так, давай иди сюда. Мы его тут зажали, мы его сдержим уже 2 часа. Да нормально, в принципе. Куда ты? А ну, вернись. Он вентиляции может быть сейчас. Иди нахрен. Все, тю-тю. Теперь его надо ждать. Да, ты же видеоэрор. Ты же... Фу, не поймал скример. Так, иди сюда, парень. Парень. Ребят, вы чё мне там, ребут? Давай быстрей. Всё, мне поломали. Васи! Куда? Куда? Чинюкай, блин, ты ж быстрее, он же сейчас убежит, нафиг. Самый, блин, что ни на есть, задницу. Ай, ты ж... Да ё-моё, ну что за... Чинюкай, блин. Блин, не успел переключить, сказал ему хеллоу, блин. Ну, шикарно. Классно. А, Фредди, иди нахрен. А вот он. Иди сюда, парень. Где ты? Парень. Лё. Я говорю, хеллоу. А вот он. Все, пришел. Слава тебе, Господи. Фредди, кстати говоря, я так понял, надо игнорировать. Куда? Вентиляцию упер? Не, нет. А вот он ты. Иди сюда. Ах ты ж аудиоэрорщик, ты ж хренов. Чини. А тем временем 4 часа. Блин, что-то мне казалось, что третья ночь должна быть как-то посложнее. Ты сюда придешь? Да, пришел. Или не... Да, вон он пришел, да. Иди сюда. Вот мы его там зажали, и он там игу... Вон он.
И он там, он здесь у нас и гуляет. А ты ж куда пошел? Возвращайся. А ты же вентиляцию, небось, полез. Закрой сейчас вентиляцию. Закрой! Говорю. Он сейчас ко мне, блин, прибежит. Нафиг. Нафиг мне это надо. Фредди, иди нафиг, я тебя не знаю. Кто ты такой? 6 часов, давай быстрей. Так. Что с вентиляцией? Иди пока сюда. Вентиляция, ошибка. И за аудиодевайсами вообще шикарно. Все, не тринди мне. Да! Классно! Вот так вот легко! Я не думал, что я так легко пройду третью ночь. Блин, он у меня даже... Он только в вентиляцию куда-то успел от меня убежать. И то я ему там все уже закрыл. Так, чика. Нам. Ну, follow me, давайте за ним пойдем. Че, мне как бы без разницы на самом деле. Нам. 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 Ну, противник. Эррор. Уйдет. Ну, что ж, все. Итак, четвертая ночь. Чувак, не хочу я тебя слушать. В общем, сейчас опять будем следить за этим чуваком. Ну, давай, появись. Ну, появляйся же. Где ты там? Что-то все помехи, помехи, а его самого нету. Хм. Странно. О, шикарно уже видео вырубили. Как так вырубили? Вот просто понять не могу. Кто же все мне там вырубил? Даже не догадываюсь. Жаль, это был Спрингтрап. Да, я так понимаю, что... Этого чувака зовут Спрингтрапом. Спрингтрап. Вы шутите, он вентиляции, что ли? Шика вентиляция. О, господи, я же напугался. Как ты ко мне успел припереть-то? Ват? Чё-то я не понял, малёк. Дубльве. Чё, как он успел прибежать мимо главной камеры? Вот этого я не догнал, кстати. Hello. Позовись. То есть, о, hello, чувак, привет. Парень, куда? Не вентиляцию он упер. Куда уперт? Да, говорю, привет. О, вон он. О, молодчик. Hi. Привет. Я надеюсь, ты туда пришел, потому что я что-то не заметил. По-моему, пришел, да. Блин. Конечно, я уже сейчас меньше боюсь скримеров, но все равно, пока их побаиваюсь. Не сильно, но побаиваюсь. Что они бывают на юморе. Ой, иди нафиг, чини все. Блин, еще Фокси. Это Фокси был. Откуда он здесь? Блин, ну сейчас скример будет. Я отодвинусь от экрана. Он там. Сейчас хрен схлопотаю. И нафиг, ай, ты ж
Фу, успел. Иди сюда, чувак. Иди сюда. Чувак, не наглей. Чувак, ты наглеешь, по-моему. Ах ты. Иди нафиг. Да вы шутите. Ну, он у меня, все шикарно. Нет. Ну, он уже должен быть у меня. Да, вон он все. Ну, он выскочит сейчас. Да. Он успел пробежать, пока я вентиляцию не закрыл. Блин, это уже хардкор. Блин, что-то третья ночь шла как-то очень прям вот просто по маслу. Сейчас какие-то запоры пошли у меня. Привет, чувак. Ну, приходи уже, давай. Hello. Ну, ты придешь сегодня сюда или нет? Или как? Шикарно, уже аудио-эрор. Аудио-девайсы полетели. Иди сюда. Да чё ж он... Блин. Он всё никак не идёт. Ну, вентиляция, что ли, не могу понять. Где он может быть? Алло. Алло, народ. О, шикарно видео. Фредди, иди нафиг. Я тебя не знаю, кто ты такой. Иди нафиг, я не хочу скримера. Что я тебя не знаю. Иди, да-да-да, иди там своей дорогой, все такое. Иди своей дорогой, я тебя не знаю. Иди сюда. Ну, чувак, ну ты издеваешься, что ли? Ах, вот ты где. Иди сюда, чувак. Чувак, иди сюда. А, все ошибки сразу вылетели. Шикарно. Да чинюкай давай, ты ж быстрее. Вот откуда? Из вентиляции. Я его не догоняю. Сейчас будет последний дубль. Если я не прохожу сейчас последнего дубля, то все, это на следующую серию тогда, четвертая ночь. Понял, вообще нафиг сыграем в мини-игру, я знаю, что тут. Ах, он там уже, падла. Блин. Хочу мини-игру. Мне... Я знаю, что если нажать вот эти вот кнопки... Должна запускать. Блин. Нифига не запускает. Ах ты, падла. И нахрен. Hi. А, он пошел туда. Чини. Камеры, давай быстрее. 2 часа ночи, он уже у меня. Ну это нифига не весело ведь. Это ж. Ну все. Я сейчас буду чинить, на меня напрыгнет спрингтрап. Ну, я же говорил. Фу. Я говорил, что это последний дубль. Говорил. Конечно, хочу пройти четвертую ночь. Но все же, я говорил, что это последний дубль. Да. Мне что-то кажется, что я в следующей серии буду просто мучиться. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите следующую серию по FNAF 3, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был MindGamer. Всем удачи и всем пока!